Привет. Привет! Сегодня у нас будет распаковка Милота бокс и А4 бокс. Мы распакуем эти два бокса и покажем, что находится внутри А4 бокса и Милота бокса. Мы сразу видим, что Милота бокс оформлен вот в такой вот красивой розовой коробке. И здесь везде находятся какие-то надписи. А А4 бокс просто в обычной картонной коробке, вообще ничем не обозначен. Давайте начнем распаковку наших боксов. Посмотрите, какой у меня здесь такая оберточная бумага, и внутри вот этой оберточной бумаги находится что-то. А здесь у Матвея такая вот просто, не знаю, пакетик какой-то, и там уже лежит мерч. Давайте с вот этого начнем. Это наклейки А4. Аня, смотри. Ого, прикольно. Теперь давайте посмотрим, что же я достану первым из своего. Это расческа, ребята. Такая вот прикольненькая расческа с единорогом. А, я забыла вам сказать, что это у нас юникорн бокс. Давай, Матвей, дальше доставай. Я хочу мерч. Достань из пакетика. Мне подойдет. Он, наверное, большой, хотя нет, возможно, он на тебя пойдет. Теперь достаем вещи из моего бокса, я не смотрю, что достаю. Ребята, смотрите, такая вот прикольная ручечка, наверху нее находится пончик такой вот прикольненький в виде, наверное, какого-то животного. Мне очень нравится такая ручка. Что у тебя дальше, доставай. Браслет А4. Что там написано? А4, и тут написано... Надел, чтобы выжить. Теперь переходим к моему. Это такие вот значки, которые можно повесить на кофточку. Здесь такие вот единороги везде, Magic и два единорожка. Я достаю. Вот, видите? Я вам говорил, что тут вот такой вот значок. А4, да. Теперь достанем... Это маска для сна, ребята. Посмотрите, какая она прикольная. Такая с единорогом. Смотрите, поп-сокет А4. Вот такой прикольный блокнотик с двумя единорогами. Смотрите, это... Автограф? Да, автограф А4. Ребята, как вы думаете, это все-таки оригинальный бокс А4 или это все-таки подделка? Напишите нам об этом в комментариях. А теперь мы переходим к моему предмету. Итак, это брелок единорожек. О. Можно повесить на рюкзак такой прикольный единорожек. Я теперь самая крутая. Кружка. Кружка А4. О, ребята, смотрите. Это... Я знаю, что это. Я хотела вот себя на стене это сделать. Повесить так вот нитки. И потом вот этими вот штуками можно вешать на них фотографии. Это будет выглядеть очень прикольно. То, что мне нужно, ребята. Я об этом мечтала давно. Здесь также есть единорожки, короны и сердечки. Ребята, давайте же посмотрим, что это за плакаты. Первый такой... A4shop.ru здесь внизу. О. А это... Только я не понимаю, почему, но это что-то напоминает Москва-Сити. О, гелик! Это Дубай. Какие картинки. О, тут все фотки А4. Да. Вот, да. Я даже могу сказать, с какого это видео. Матвей, ты знаешь, с какого это видео? Они идут. Кто последний отпустит руку от ламбы, тот получит. Получит эту лампу. По-моему, А4 там выиграл. Это все, что было внутри А4 бокса. А у меня все еще не заканчивается бокс. Так, давайте дальше смотреть. Это обложка для паспорта. Посмотрите, какая прикольная. Мне прям это так нравится с единорогами. Так, что у нас дальше? Так, это у нас что? Давайте откроем, посмотрим, что это, потому что я не знаю. Тоже с единорогом. Это, наверное, лайнер или какой-нибудь блокнотик. Это, походу, блокнотик. Вот такой прикольненький. Это поп-сокет с единорогом. Тут осталось последнее, походу. Это огромнейший
скетчбук, ребята, с единорогами. Мне нравятся очень вот эти штуки. Здесь можно рисовать, и походу это специально для маркеров, которые есть у меня. Итак, это все, что находилось у меня в боксе. Вот это наполнитель бокса А4 и милота бокс. Пока я пошла распаковывать все свои подарки, а Матвей мерить футболку А4, напишите нам в комментариях, смотрите ли вы А4, понравилось ли вам наше видео. Если да, тогда ставьте лайк. С вами были Аня и Матвей. Всем пока!